Еще один вопрос, который мне чаще всего задают, звучит так. Сколько фотографий я получу за фотосессию? Хочу вас расстроить. К сожалению, я не экстрасенс. Я не умею предвидеть будущее. Я не знаю, сколько фотографий вы получите в итоге. Как это ни странно. Я понимаю, что есть фотографы, которые обещают вам, вы получите там 10 обработанных фотографий, там, да, плюс 50 фотографий, там, как есть на диске и все такое. Но каждый фотограф работает по-своему. Я работаю так. Вы приходите, мы фотографируемся. Это происходит либо по времени, там, например, 1 час съемки, да, либо без ограничения времени. Сколько фотографий мы получим, зависит от нашей совместной работы. Вы можете хорошо позировать, я могу ловить хорошие кадры. Соответственно, у нас получится, там, я не знаю, 300 фотографий. Если фотосессия идет тяжело, надо вас ставить, там, как-то помогать советами, да, соответственно, мы получим меньше кадров. Я не знаю, сколько их будет, я отдаю все хорошие. Плюс, если надо, это оплачивается отдельно, я их обрабатываю. Сколько кадров я обработаю, также зависит от вас. Сначала я отдаю вам все хорошие кадры, соответственно, корректирую их стандартными методами по цвету, по резкости, готовлю к печати. То есть эти фотографии можно принести в любое место печати и распечатать. Из них вы можете выбрать фотографии для коррекции. Их может быть 10, их может быть 100. Все зависит от вашего бюджета. Соответственно, коррекция одной фотографии, сколько это стоит. Я не могу вам сейчас ответить на этот вопрос, сколько фотографий будет после фотосессии. От 1 до 700. Их может быть. А сколько из них будет хороших, я не знаю. Пока.